Беларусь-4 прямой эфир. И сегодня в этой студии впервые звучит виолончель. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Вот такой вот замечательный предновогодний подарок всем нашим зрителям сделала сегодня юная и очень талантливая наша виолончелистка. У нас в гостях Полина Смольникова. Полина, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, для начала давай расскажем, почему ты в нашей студии. Дело в том, что этот год особенный для Полины. Она стала обладателем гран-при конкурса в номинации «Виолончель». Вот так вот наша обычная ученица детской музыкальной школы номер один, да, имени Чайковского, сегодня у нас в гостях. И, честно говоря, спасибо большое, Полина, за это замечательное настроение. Вот мне кажется, всем нашим зрителям очень интересно узнать, каким же был этот год для тебя. Я так понимаю, это не первая награда, но, наверное, это самая серьезная музыка «Надежда». Да. В этом году в мае я заняла первое место в Лидском конкурсе так. «Львенок» и гран-при. В музыке «Надежды». Ну, это такой замечательный новогодний подарок сделала сама себе, да? А скажи, вообще, как ты готовишься к Новому году? Я знаю, что все дети очень любят этот праздник. Да. Перед самым Новым годом мы едем на елочный рынок и покупаем живую елку. Мы любим живую елку, потому что, ну, любим этот запах хвои. Конечно, это вот так приятные мандарины, да. Наверное, под елкой, да. Обязательно на столе. И украшаете, наверное, всей семьей? Да. Ой, Полина, прям зарядила нас новогодним настроением сегодня. А есть какие-то такие еще, какие-то интересные рождественские новогодние традиции в вашей семье? Может быть, салат с горошком нарезаете вместе с мамой? Или обязательно печете какие-то пирожки под звуки виолончели? Ну, не то чтобы под звуки виолончели, но мы вместе готовим с мамой. Там салаты разные. То есть твои 12 лет ты уже и настоящая хозяйка, кроме того, что успешный музыкант? Как-то так. Ну, спасибо большое. Скажи, что пожелаешь нашим зрителям сегодня? Добра и счастья. Добра и счастья. Дорогие друзья, ну, вот такие вот наши дети. Они творят, они мечтают, они ждут новогодних чудес. Причем не только от Деда Мороза, но и, конечно же, от нас, взрослых. Итак, каким должен быть Новый год у наших детей, чтобы все-таки праздник запомнился надолго? Поговорим сегодня об этом в нашей программе. Кстати, мы расскажем, как на Гомельщине проходит республиканская благотворительная акция «Наши дети», как готовятся к Новому году знаменитые гомельчане и куда пойти всей семьей в эти новогодние праздники, где можно встретить Деда Мороза и клоуна. Нам очень интересно, дорогие друзья, как вы будете поздравлять детей с Новым годом. Звоните в студию, пишите в Вайбер и оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вот что значит Новый год для ребенка? Почему так важно готовиться к этому празднику заранее? Об этом поговорим прямо сейчас в прямом эфире с Юлией Перегудовой. Встречайте, у нас в гостях миссис Беларуси, счастливая мама и организатор благотворительных мероприятий. Добрый вечер, Юлия. И очень хочется поздороваться с вашими очаровательными малышами. Расскажите, кого вы к нам сегодня привели в студию. Дочь Вера, так. Сын Игорь. Вот для того, чтобы да, сын тоже смог отвечать на наши вопросы, впервые на телевидении, Игорь? Ну, мама такая звезда, наверняка ты присутствовал на самых разных ее мероприятиях и выступлениях. Ну, не на самых разных, но я только один помню. Какой? Один раз, когда... Это, наверное, был конкурс, где мама победила? Наверное. Ну что, я думаю, что ты очень смелый молодой человек, да, раз пришел сегодня на прямой эфир. Юлия, расскажите, вот как готовится семья миссис Беларуси к Новому году? Уже елку, наверное, украсили? Буду откровенна, елку не украсили. Дома подготовки еще никакой к Новому году не происходило, потому что каждый Новый год у нас весь декабрь посвящен самым разным акциям благотворительным, потому что ничего не происходит просто по щелчку. Так. Под елками, которые собирают подарки, нужно находиться самостоятельно. Вот как раз-таки с этими детьми и с другими детьми, которые приходят, с волонтерами, со всеми неравнодушными людьми, которые
нам помогают. А давайте мы подробнее расскажем для наших зрителей, о какой благотворительной деятельности конкретно вот вы сейчас говорите. То есть вы собираетесь с друзьями, да, и просто вдруг решили, а давай-ка мы устроим праздник малышам из детского дома, да, и начинаете собирать подарки, клич какой-то делаете. Расскажите, как это происходит? Ну, первый раз, уже не помню, сколько лет назад это было. Постепенно народа подключилось огромное количество. И да, просто в добровольном порядке люди подключаются. Начиналось все с Улуковского детского дома. И причем волонтеры разбивались очень своеобразными группами. Часть людей могло стоять только под елками. Часть могли, например, только подготовить какие-то моменты развоза-отвоза. Часть могли заходить в Улуковский детский дом, потому что не все готовы сразу заходить. То есть такая серьезная организация была? Нет, все было добровольно, легко, здорово. И на данный момент тоже только благодаря волонтерам. Только благодаря волонтерам, потому что пока нет помощников и людей, которые это делают, можно одному стоять в поле, размахивать флагом, ничего не произойдет. Почему вы скрываете самый интересный факт, что ваша семья, ваши дети вам помогают в этом? И наши, и не только наши дети. Вот расскажите об этом, это просто удивительно. Игорь, вот ты действительно ездил в детский дом, собирал подарки детям, отвозил туда... Ну, я их туда не отвозил. Но, в принципе, ты помогал маме, наверное. Да. Да? А сестра? Открой тайну. Я тоже. Молодец. Вот, вот и засветилась в прямом эфире. Умничка. Ну, расскажите, они активно вам помогают? Активно помогают, просто не принято рассказывать о помощи. Так. Считается, что сделал хорошее дело, сам его и аннулировал. Поэтому самое главное – итог. Когда улыбаются дети, когда улыбаются не только наши дети. И вообще это такая рекомендация, наверное, как мамы. Если хочется ребенка перевоспитать, особенно в подростковом возрасте, достаточно одной благотворительной акции любой. После этого совершенно по-другому дети себя ведут. Мамочка, любимая, дорогая. То есть человек, который сделал добро сам один раз для другого человека, не за спасибо, просто так, потому что сам захотел, сам для себя сделал даже так. Этот поступок. Он живет по-другому, он живет иначе. И вот он очень, сильнее. Очень интересно. Ну, интересное мнение, спасибо. Ну, просто очень интересно начинается вот наша беседа, наш разговор. Я думала, что мы будем говорить о том, как семья, да, вот такой вот замечательный миссис Беларуси, да, первый красавец страны, отмечает праздник всенародный, любимый. А мы говорим совершенно о другом. Мы говорим о том, как вы и ваша семья помогают другим детям. Ну, мне кажется, это заслужит аплодисменты, как минимум. Спасибо, Юля. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Инна, я из Гомеля. Да, Инна. Я хочу поздравить свою любимую передачу с наступающим Новым годом. Также всех зрителей хочу поздравить. И хотела бы спросить Юли Серегудовой. Так. У нас дома много детских игрушек. И как можно их передать в детский дом? И очень хочется как бы помочь детям, которые остались без семьи, без дома, перед таким прекрасным праздником. Спасибо. Спасибо и за звонок, и за такие, да, смелые такие ваши желания. Спасибо большое. То есть, получается, люди как бы хотят, как и вы, но механизм сам не до конца понимает или, может быть, стесняется чего-то или боятся. Расскажите, как это делать. Люди хотят, люди с удовольствием участвуют. И без участия ничего бы не было. Да, действительно, растрогал момент. Сразу отвечу на вопрос по поводу игрушек. Здорово. Мы без вопросов передадим в детский дом. Тот, в который скажете, Инна. Так. Но я рекомендую вам сделать это лично. Вот дата, когда мы поедем в детский дом передавать игрушки, вы лично от себя передадите тем детям, которые скажут вам спасибо. И что особенно трогательно, эти детки, они живут огромным коллективом. Вот если, например, брать детские дома, не брать уже другие категории детей, потому что разные дети нуждаются во внимании, где-то детки болеют. У нас есть огромное количество сообществ, добровольцев, организаций, которые берут на себя самые тяжелые моральные моменты и навещают тех деток, которые многие... То есть не все люди готовы даже к ним прийти и их увидеть. Но что важно, детские дома, они живут замечательными сообществами, очень дружными. И, как правило, после каждого праздника вот приезжаешь с детьми,
вроде как помочь. А выходишь счастливый, довольный, детям уже где-то конфет понадавали в руки, игрушки тоже поменялись. И, скорее всего, Инна, если поедет вместе с нами, в ответ получит не только игрушками поменяться, настроение и желание обязательно посещать каждый год. Это очень здорово и интересно. Видишь, как дети растут, видишь их достижения. Вы знаете, Юля, все-таки таких телезрителей сегодня много, да, которые вот сейчас смотрят нашу программу, и наверняка вы, да, наверное, так вот их заставили все-таки встать с дивана, собрать какие-то игрушки, да, и, в принципе, действительно посмотреть, что творится вокруг, я бы сказала даже так. И что очень важно, помощь нужна. Чаще всего, когда с просьбой о помощи обращаешься, люди говорят, ну, у меня нет возможности, мне своим деткам нечего купить. Это очень частый ответ. На самом деле, помощь нужна и техническая, довести, отвезти. Помощь нужна обзвонить людей. У нас, например, одни из самых активных волонтеров, несколько человек, бесценные, невозможные, самые золотые, самые хорошие, у которых работает грамотно голова, как распределить технические, вот просто разрисовать схему. Тематично. Неважно, что человек еще юный студент и учится в институте, а иногда и школьник. Кто-то умеет грамотно обзвонить всех людей, создать отдельную группу в Вайбере, обзвонить всех людей. Это даже иногда гораздо более ценная помощь, чем деньги, как это ни странно. Юля, спасибо большое. Я вижу, что наши дети не могут усидеть на месте. И, конечно же, сейчас самое время вопросу, как в семье Юлии Перегудовой готовиться к Новому году. Вот хотя бы даже пусть это будет 31 утром или 31 вечером, какие такие вот рождественские традиции существуют? Ведь не зря же мы поставили здесь такие аппетитные блюда на столе, и дети прям уже не могут удержаться. Да, это как раз-таки тот вариант, когда работающая мама пришла, у нее есть буквально 2 часа времени, так, чтобы сесть за новогодний стол в том Давайте, виде, детки, в котором она пройдем. Есть. Вперед! А Юля, да, нам расскажет, что это будет. Итак, мама пришла с работы, есть 2 часа, чтобы приготовить что-то. Мама занята, дети голодные. Итак, что будем готовить к новогоднему столу? Тем более, выгляжу я сейчас как раз, как все мамы, которые приходят с работы каждый день. Примерно так. Красивая, счастливая, уставшая женщина. Да. Значит, варианты. Есть в продаже слоеное тесто. Готовое, можно подготовить самостоятельно, но вдруг не успели. У вас есть час времени. Через, там, например, 2 часа уже бьют куранты. У нас 3 блока. Отдельный блок в конце мы покажем. Завязываются конфеты, потому что это прекрасная традиция, от которой мы стали уходить. Наша прекрасная советская традиция, когда завязываются конфеты, вешаются на елку, и буквально через несколько дней остаются только карамельки, шоколадных. Да, это замечательная традиция. Не все сегодня ее продолжают. Я считаю, что конфеты даже на супер-пупер современной елке это что-то необыкновенное. Так, запечение. Значит, варианты. Просто берется слоеное тесто. Ножницами садятся дети, вырезают форму любую. Звездочки, сердечки, квадратики. Еще что очень здорово на столе, ну, вырезать елку. Это элементарно. Просто квадратная часть, отрезаются лишние, нарезаются частями. И потом каждая ветка елки растягивается, переворачивается несколько раз и приклеивается вот таким образом. Для папы сделать мясную елку отдельную, покрытую сыром. Почему бы нет? Вам нравится идея? Вот, то есть буквально... А можно я раскрою секрет всем нашим телезрителям? Игорь, я знаю, уже сам готовил такую елку на прошлое Рождество и, по-моему, угощал одноклассников, да, Игорь? Нет? Точно нет. Ну, готовил елку, по крайней мере? Ну, да. Ну и как, получилось быстро, понравилось, интересно было? Кулинарные способности есть вообще, как вы думаете, Юля, у сына? Просто стесняется. Вообще, выход был еще с детского сада. Игорь готовил елки, когда нужно было сделать на выставку елок что-то от себя. Мы решили, почему бы не спечь? Ребенок умеет печь. Сделали несколько вариантов елки. И первый день елка, так как она была творожная, уже была несъедобной. И он переделывал елку несколько раз для того, чтобы она была каждый раз съедобная. И детки от нее отламывали кусочки. Аплодисменты, очень интересно. Поэтому... Покажите нашему оператору, что получилось. Вот такая замечательная елка просто ставится в духовку. Ставится в духовку, раздуваются все веточки. После этого получается готовый вариант. Все они пухлые, пушистые. Ну, да, Юля, ну я знаю, что вы не хотели приносить готовый вариант сегодня в студию. Но давайте покажем, что может быть и такой вариант. Все-таки вы делали это с детьми сегодня. Дорогие друзья, ну, мне, например, очень нравится этот вариант. Но самое интересное, насколько я понимаю, еще впереди. Да? Сейчас малыши
покажет, да. Как на самом деле должна выглядеть вкусная, съедобная новогодняя елка. Да, готовы? Поэтому... Да. Все, вперед. Все, украшайте звездочки. Под бурные аплодисменты. Дорогие друзья, ну, пока наши малыши вытворяют настоящие новогодние чудеса, я бы хотела зачитать несколько сообщений, которые уже пришли в Вайбер от вас. Марина сообщает, что придумывают для детей спектакль, шьют костюмы и ждут таким образом, ожидают новогодние ночи, чтобы удивить своих малышей. У нас трое, сообщает Марина, у нас их трое, и они обожают домашние спектакли и подарки под елкой. Аплодисменты, потому что очень интересная история. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Как организовать Новый год детям, чтобы он запомнился надолго? Поговорим об этом далее в нашей программе. У нас сегодня очаровательные малыши. Ну, не в полном составе семья Юлии Перегудовой, но, по крайней мере, очаровательные дети уже начинают подготовку. Я смотрю, сестричка за братиком не успевает, да? Так всегда у вас в семье? Отлично. Я бы хотела, Юля, знаете, на что обратить внимание? Вот мы только что рассказывали, как вы это делаете, да, как вы помогаете детскому дому, одному, второму. А на самом деле вот люди продолжают звонить и спрашивать, а куда можно какие-то вещи привезти? И вообще, в принципе, какие-то координаты, может быть, оставим? С удовольствием. Если можно, сразу назову телефон. Называйте телефон, да, куда можно обратиться, да. Вот если люди действительно хотят присоединиться к вам и вместе с вами, может быть, поехать в детский дом, поздравить малышей. Более того, можно написать ответные письма, что очень важно. Дети их читают, хранят. И несколько лет назад началась первый раз такая традиция. Люди стали писать, не просто передавать подарок, а писать в ответ письмо. И для ребенка это очень ценно, очень важно. Это письмо хранится на самом видном месте на столе. Телефон Дмитрий Александрович, Волком, плюс 375-29-10-777-20. Это телефон, по которому вы можете набирать с любыми вопросами. В большей степени вы будете делать это самостоятельно, что очень важно. То есть мы с удовольствием передадим... Скоординируйте как-то, да, поможете, скоординируем, но, в принципе, передадим, каждый желающий может присоединиться. Но всегда хочется, чтобы человек еще и сам душой прочувствовал. Не с той целью, что вот обязать его везде сам, нет, а именно, чтобы прочувствовал. И, поверьте, настроение ближайшие несколько месяцев будет абсолютно другим. Абсолютно. Спасибо. Спасибо большое, Юля. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вот новогоднюю благотворительную акцию «Наши дети», которая стартовала в стране на прошлой неделе, ждет с нетерпением вся детвора. Дело в том, что в рамках этого масштабного мероприятия традиционно во всех регионах проводится представление, новогоднее представление для наших детей. А это, как известно, все-таки радость, веселье и очень-очень много подарков. Вот как на Гомельщине идет подготовка к этому благотворительному марафону, проекту, расскажет следующий гость нашей программы. Встречайте. Пожалуйста, Ирина Юрьевна Дробышевская, начальник отдела социальной воспитательной работы управления образования Гомельского облсполкома. Ирина Юрьевна, очень рада видеть вас в нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы уже сегодня готовимся к Новому году вовсю, да, и поздравляем даже друг друга уже с наступающими праздниками. Ну, у вас уже настроение есть новогоднее? Да, настроение новогоднее, безусловно, есть, тем более, что уже вы анонсировали сегодня, положен уже старт республиканской, соответственно, областной новогодней акции «Наши дети», и началась она 11 декабря, продлится до 10 января 2018 года. Безусловно, рамки проведения акции не значат о том, что после окончания акции нельзя творить добрые дела, либо дарить нашим детям праздник. Тем более, Хорошее слово, да. Есть такая у нас приятная традиция, как Старый Новый год. Да? Он тоже будет не за горами. И поэтому, конечно, мы говорим о том, что акция этим не заканчивается. Пожалуйста, творим добрые дела, поздравляем наших детей. Ну, а как вот вы считаете, какие проблемы решает вот данная благотворительность? И где она вообще, в принципе, будет проводиться? Расскажите нам, пожалуйста. Да, эта акция проводится уже достаточно долгое время, порядка 20 лет этой акции. И направлена она в первую очередь на оказание помощи, всяческой помощи, поддержки той категории детей, которая является социально незащищенной. Безусловно, это в первую очередь дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды. Ну и в принципе все те дети, которые в той или иной степени оказались в трудной жизненной ситуации. Поэтому в рамках данной акции в первую очередь государственными органами, организациями, учреждениями посещаются
те учреждения, как правило, в которых находятся данные дети. То есть это школы-интернаты, вот детские дома, о которых сегодня уже говорила, то есть интернатные учреждения. Это социально-педагогические центры, при которых есть приюты. Так. Это детские дома семейного типа, где сегодня тоже воспитываются дети, которые остались без попечения родителей. Ну, вот наши зрители могут видеть очень интересные, яркие фотографии. Это такие впечатления с прошлогодней акции. Уверена, что в этом году она будет не менее зрелищной. Хотелось бы просто вот обозначить, что такое благотворительная акция. Вот мы с Юлей говорим о том, что вот кто-то может самостоятельно, вот в рамках одной семьи или 20 семей собраться и поехать в детский дом, подарить подарки, да, написать детям письмо. А что такое, вот мы говорим про республиканскую, такую масштабную акцию? Это что? Концерты? Выставки? Расскажите. Да, данная акция, она действительно очень многогранная. Нельзя сказать о том, что это просто сборы каких-либо подарков и их вручение. Безусловно, в Республике Беларусь, как и в Гомельской области, она будет включать в себя как проведение районных, городских, новогодних благотворительных праздников, так и всевозможные концерты на базе отдельно взятых учреждений. Это и учреждения культуры, это и учреждения образования, где традиционно очень тепло проходят детские новогодние утренники, детские школьные театральные постановки, новогодние спектакли. Это, конечно, в том числе и благотворительность. Если у наших сегодняшних телезрителей есть дети школьного возраста, да, либо дошкольного возраста, то они, наверное, уже заметили, что сегодня учреждения образования активно украшены, что появились елочки красивые, что появились объявления о том, что если вы сегодня хотите оказать помощь тем людям, которые в ней нуждаются, а это в том числе и дети, которые находятся в малообеспеченных семьях, да, либо многодетных семьях, то сегодня можно в учреждениях образования увидеть такие небольшие почты Деда Мороза или какие-то красивые такие ящички, куда каждый желающий может принести, в том числе и игрушку, и канцелярские товары, и книги. То есть все возможное, то, что он хочет сегодня передать детям. А давайте расскажем нашим телезрителям, вот что особенного ожидается в этом году? Какой будет в этом году республиканская акция «Наши дети» вот именно на Гомельщине? На Гомельщине. Ну, я хочу сказать, что, так сказать, вот выделить, что что-то особенное. У нас каждый год на различных уровнях, если говорить, и начиная от уровня учреждения, и районы, и города, и области, всегда есть какие-то изюминки. Вот в этом году наша областная акция, которая объявляется ежегодно, инициируется управлением образования облсполкома, в этом году она имеет название «Все дети наши». Так. Если в прошлом году мы в рамках данной акции собирали, это комитеты управления облсполкома, предприятия и организации, собирали всевозможные подарки для детей, которые находятся в социально-педагогических центрах, в приютах социально-педагогических центров, то в этом году в рамках данной акции мы определили категорию детских домов семейного типа, где тоже воспитывается достаточно большое количество воспитанников, да, то есть детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. У нас в области 43 таких детских дома семейного типа. Они есть во всех районах области и города Гомеля. И в этом году мы вот приняли такое решение, и чтобы каждому детскому дому подарить сертификат на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Но данные сертификаты приобретают не только, естественно, управление образования, да, сюда включились и управление, комитеты облсполкома, и отдельно взятое предприятие, организации, учреждения, областные учреждения образования. То есть участником спорта становится практически каждое предприятие, каждая организация. Безусловно, да. Они могут заявиться, приобрести данный сертификат и приехать в детский дом семейного типа и вручить нашим детям. А скажите, вот Юля и ее друзья, они могут подключиться к этой акции? Безусловно. Вот сегодня, когда я слышала вопрос, который поступил сегодня в студию от нашей телезрительницы Инны, то мне бы хотелось дополнить ответ и сказать о том, что сегодня абсолютно любой гомельчанин на любом, скажем,
при любом желании, имея любые возможности, можете оказать помощь. Для этого абсолютно не нужно искать какую-то благотворительную организацию общественную или волонтеров. Просто можно позвонить в данное учреждение, да, либо обратиться в отдел образования и сказать, что вот я хочу оказать благотворительную помощь. И вам всегда подскажут, всегда помогут. Вы знаете, мне кажется, это очень замечательная идея. Но вот в случае с Юлей веселее, когда сообща, да? Это безусловно. Так тогда поинтереснее даже получается. Вы знаете, у нас есть телефонный звонок. Дело в том, что Белорусский союз молодежи всегда очень активно участвует в акции «Наши дети». Очень вот любопытно, что же приготовила наша молодежь нашим детям в этом году. У нас сейчас на связи Юлия Липовская, второй секретарь Гомельской организации Белорусского республиканского союза молодежи, которая и расскажет о грандиозной подготовке к такому масштабному проекту. Юля, вот эти аплодисменты, да, уже для вас. Юлия, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Юля, мы очень рады слышать вас сейчас в прямом эфире. Расскажите, пожалуйста, как молодежь готовится поздравлять детей Гомельщины? С приходом новогодних и рождественских праздников мы стараемся окружить вниманием и заботой не только своих родных и близких, ну и особенно детей. Детей, которые по сложившимся причинам оказались в сложной жизненной ситуации. И им особенно нужна помощь и забота в новогодние праздники. И наша организация не остается в стороне от этого доброго начинания. Не первый год Союз молодежи совместно с пионерской организацией проводит масштабную акцию «Чудеса на Рождество». По сбору игрушек, канцелярских принадлежностей, предметов гигиены и других необходимых детишкам вещей и предметов. Участниками акции могут стать все желающие. Три варианта оказания помощи мы предлагаем. Так. Первое – купить вещь и оставить ее у наших волонтеров. А в предпраздничные дни волонтеры Гомельщины будут работать во всех крупных магазинах и супермаркетах нашей области. Второй способ – можно принести вещи, которые есть в наличии, в любой районный комитет территориальный Белорусского республиканского союза молодежи. Ну и третья возможность – это перечислить денежные средства на один из специально открытых расчетных счетов. Информацию о счете можно узнать на сайте нашей организации, в территориальных комитетах, ну или позвонив в нашу областную организацию 57-77-80, номер телефончика. И хочу сказать, что вот третий способ – денежные средства – в последние годы мы перечисляем различным социальным учреждениям. В 2015 году это были Мозырский детский дом, Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в городском поселке Брагин и Октябрьский, Петриковское училище легкой промышленности закрытого типа. В прошлом году эти денежные средства, поскольку 2016 год был годом культуры, были направлены на реконструкцию агроусадьбы в поселке Красный берег. Ну, а в текущем году собранные средства мы планируем направить на реконструкцию детской областной клинической больницы в городе Гомеле по улице Жарковской. Какие у вас грандиозные планы, Юля. Наши зрители заслушались на самом деле. Согласитесь, Юля, ведь не только под Новый год наш Белорусский республиканский союз молодежи помогает детям. Я знаю, что вы на протяжении года постоянные участники подобных благотворительных проектов. Юль, ну если позволите, вот в конце нашего разговора личный вопрос. Вы елку дома уже украсили? Сегодня, буквально сегодня перед эфиром вашей программы. Ну вот, видите, праздничное настроение уже есть. Спасибо вам большое. Вот вам уже удалось украсить елку, повесить гирлянды? Ну, скажем так, я начала процесс, да. То есть украшение, до елки еще дело не дошло, но украшение квартиры уже началось. Вы знаете, я боюсь предположить, но если мы с вами еще пару минут продолжим серьезнейший разговор о благотворительности, то печенье рождественское, которое делают наши дети, превратится в супер-супер рождественское. Дорогие друзья, вы готовы уже нам показать что-нибудь вкусное? У вас все готово? Ну тогда хоть расскажите мне, что вы делаете. Я бы хотела попросить, да, чтобы... Так, что мы делаем сейчас? Я тут хотела написать «С Новым годом», но мне строчки не хватило. Хорошо, а расскажи, какая у тебя чудесная елка. Я надеюсь, мы сможем сейчас показать нашим зрителям. Расскажи, чем ты ее украсила? Я ее украсила шоколадом и еще такой белой штучкой.
Что за белая штучка такая, мама? Может быть, это сахарная пудра? Ну да. А почему варенье сверху нет? Потому что варенье все, ну, варенье, потому что нет на столе. А, я думала новогоднюю елку вареньем не украшают. Мне кажется, тебе не хватает шоколад, который ты практически до передачи съела. Тебе не кажется, что на елочке его не хватает? Может, украсишь еще немножко? И покушать не забудь его. Замечательные дети, замечательное творение. Ну, на самом деле, очень сложно представить, что все это действительно украшали и делали дети. Юля, я так понимаю, вы это делаете вот к Рождеству всей семьей. Мне кажется, это очень объединяет. В обязательном порядке, как и к другим большим праздникам. Замечательно. Рождество, Пасха, да. Замечательно. Очень интересная елка. Надо взять на вооружение. Ну, я бы хотела просто прочитать несколько сообщений, которые прислали наши зрители. Вот как задают вопрос, кстати, про благотворительные елки. Михаил спрашивает, как попасть на такие благотворительные елки, если такая возможность у каждого. А Олеся задает вопрос, кто решает, кому из детей ехать на главную елку страны в Минск? Я бы хотела, чтобы мои дети там побывали. Ну, вы знаете, эти вопросы достаточно распространенные. Безусловно, конечно, каждый телезритель видит по телевидению рекламу главной елки страны, видит рекламу областного новогоднего праздника и, конечно, хочет, чтобы его ребенок побывал. На такие мероприятия в первую очередь направляются дети социально защищенной категории, о которой мы сегодня уже говорили. Но также дети, которые являются победителями областных, республиканских, международных олимпиад, творческих конкурсов, вокального искусства и так далее. То есть, безусловно, подбор ведется очень серьезно. Это не случайная категория детей и проводится в рамках каждого района в преддверии акции «Наши дети». Ну вот, и все понятно, казалось бы. Есть еще сообщение. Кто-то заказывает Деда Мороза и Снегурочку. Так готовится, да, готовится где-то к Новому году. Кира говорит, что посещает очень много утренников новогодних елок, вырезают снежинки, украшают елки, выбирают подарки. Ну, а Галина говорит, что покупают очень много конфет, мандарин и вместе с детьми упаковывают сладости. Потом, в канун Нового года, дарят эти подарки всем прохожим. Вы знаете, Галина даже дописала, так дети учатся делать подарки, а это очень важно. Ой, какое интересное сообщение. Прямо в духе нашей сегодняшней программы. Ну что ж, дорогие друзья, мы говорим сегодня про Новый год. Мы говорим про Новый год для наших детей. Вот как сделать это не просто праздником, а настоящим чудом и волшебством. Мне кажется, вот ребят, которые сегодня в нашей студии творят, им дозволено все. Поверьте, вот сегодня мы им разрешили делать все. Я не знаю, что будет в конце программы. Мы даже предложили им сделать это все и съесть. Вот, в принципе, да, Юль, вы же тоже это разрешили, не только мы, правильно? Вот, но для них это, мне кажется, огромное счастье, потому что 2 литра шоколада вылить в тарелку дома вряд ли разрешат, а здесь можно все. Но если возвращаться к сказке, итак, вот кто создает детям эту сказку? Все-таки в канун новогодних праздников, когда афиши вот так вот пестрят этими яркими событиями, да, вот у детей и родителей просто глаза разбегаются, куда пойти развлечься всей семьей? Вот, например, цирк. Это же место, которое, согласитесь, обожают все дети, и я даже думаю, многие взрослые, особенно вот в новогодние праздники. Кстати, именно под куполом Гомельского цирка маленьких жителей нашей области будут встречать Дед Мороз и Снегурочка на главной областной елке. Причем не только Дед Мороз и Снегурочка. Подробнее мы сейчас поговорим далее об этом в нашей программе. Но главный вопрос, какой же она будет? Это главная елка Гомельской области. Я хочу пригласить в студию главного администратора цирка Ольгу Мищенко и заслуженного артиста России Андрея Николаевича Аверюшкина. Добрый вечер. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Мы Спасибо. Сегодня говорим не просто про Новый год, а про самый замечательный такой детский Новый год, если можно так выразиться. Вот скажите, пожалуйста, дети цирк до сих пор любят? Как можно не любить цирк? Цирк и создан для детей. И если человек любит цирк, он все равно в душе остается ребенком. Это на всю жизнь. Это уже как пришел с детства в цирк, так вот и до конца, до старости. Сначала ты приходишь маленьким в цирк, а потом ты будешь уже бабушкой, дедушкой, ведешь своего внука. Но с тем же удовольствием, что как и в первый раз, ты приходишь в цирк. Мои дети тоже цирковые артисты. Они работают в Минске, в Минском цирке, тоже клоуны. Клоуны? Да, вся семья, получается, на манеже. А вот согласитесь, новогодний цирк – это вообще какая-то особая такая атмосфера, это и чудеса, и волшебство.
А вот цирк вообще чудеса. Но Новый год – это вообще самый любимый праздник для детей, по-моему. Он даже более любимый, чем день рождения. Потому что день рождения – это день рождения, это просто подарки. А Новый год – это чудо, какое-то чудо. Это, пускай те же подарки, но по-другому, но по-сказочному. Но ведь вы один из тех людей, которые создают эти чудеса для наших детей. Как вы это делаете? Как я просто верю в чудеса. Поэтому... Серьезно? Надо верить, чтобы они были. Надо верить в чудеса, тогда они будут. Сейчас подготовили очень хороший спектакль цирковой детский, где и дети участвуют, и зрители помогают Деду Морозу и Снегурочке, помогают сделать Новый год в цирке. Там злые силы мешают, а добрые силы хотят сделать Новый год. И вот все зрители участвуют в этом представлении, помогают, дети кричат, подсказывают и радуются вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и со всеми артистами вместе. Ну, артисты, естественно, всегда выкладываются. Вам всегда везло с цирком. У вас были прекрасные директора, и сейчас прекрасный директор. И собирают шикарные, ну, вызывают всегда самых лучших артистов. У вас, если честно, даже в Гомеле лучше бывают программы, чем в Минске. А, это да, это мы. Это знаете почему, наверное? Это потому что очень благодарные зрители. Мне кажется... Это само собой, это само собой, важно. Да, это само собой. И потом плюс, естественно, директор, который один из старейших директоров цирка, и он знает, что такое цирк, он идет от истоков, он не изобретает велосипед. И поэтому он приглашает, то зная, что нравится детям, и, естественно, и взрослым. Это все совпадает. Вот скажите, клоунов современные дети не боятся? Клоун, смотри, как клоун. Сейчас клоуны бывают разные. В том-то и дело, да, и дети разные. Да, бывают и дети разные, бывают и клоуны разные. Бывают, потом бывает у детей бывает период, когда он нормально реагирует на крашеного дядю. Так. А потом бывает такой период, когда он видит на дяди нос, он видит что-то неестественное, еще не может это осознать. И он начинает пугаться этого дядю. А потом снова, значит, начинает как бы давайте понимать, что это сказка. Спросим у Юли. Юля, ваши дети не боятся клоунов? И вообще, как к такому относятся? Дело в том, что клоуны – это те люди, которые еще и лечебный эффект оказывают. Это особый талант, особое тонкое чувство юмора. Ну, вот, кстати, один из таких талантов сегодня в нашей студии. Потому что знаю достаточно большое количество клоунов. Это отдельные общественные организации, которые посещают больницы, посещают... Но это всегда очень грамотные и начитанные люди. Вот ошибка всех, кто думает, что клоун – это легкая профессия, это одна из тяжелейших профессий. Ну, Андрей Николаевич, вот скажите, пожалуйста, вы согласны? Это сложная профессия? Клоун в современном цирке. Все профессии сложные. Я как-то не люблю, когда как-то делают отдельно. Я как-то видел, как работает плотник или слесарь, и делают такие чудеса. Я в восторге. Думаешь, кто из нас артист, я или ты. Поэтому каждая профессия несет в себе искусство. Просто цирк, и, конечно, клоун как главный герой, надеюсь, он останется главным героем, это единственное искусство, которое несет добро. Вот в каждом искусстве есть что-то, вот как-то чему-то учат, бывает, какое-то вот вызывает слезу. А именно в цирке отношение к животному, отношение к людям, чистый трюк. Не сделаешь полсальто, только сальто. Вот эта вот честность и вот эта вот открытость, она учит особенно детей. Я считаю, что это искусство детям, цирк. Это воспитывает детей, я так думаю. И я думаю, что необходимо с детства водить детей как в зоопарк, так и в цирк, и учить их на добре. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Владимир. И я вот хочу сначала вот всех поздравить с наступающим Новым годом. Спасибо. Вот. Очень приятно. А второе, вот мне кажется, что как раз-таки пример Юлии Перегудовой очень показательный. Я вот тоже считаю, что дети должны учиться помогать друг другу, и вообще их надо как-то подключать к благотворительным мероприятиям. И вот мне интересно вот что, существуют ли в Гомеле проекты, где дети помогают детям? И вот как, например, мой сын мог бы в этом поучаствовать? Mm-hmm. Спасибо. Спасибо вас тоже с наступающим. Итак, где дети могут помогать детям? И как это возможно? Да, вот наш телезритель буквально практически назвал название одной из наших областных акций. Она так и называлась «Дети детям».
Это тоже проходило в рамках новогодних благотворительных праздников буквально год назад, когда сами ребята готовили огромные подарки от каждого района области. То есть все учреждения образования, и дошкольные учреждения образования, и общего среднего образования подключались. Они собирали огромную коробку подарков. Каждый приносил то, что он считает вот, нужным подарить. Паковали с красивым бантом и потом передавали в больницы. То есть тем детям, которые во время новогодних праздников, рождественских праздников, к сожалению, оказались в больнице. Дети приезжали туда вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, делали такое небольшое импровизированное мини-представление, открывали вот эту вот красивую, замечательную коробку и вручали эти подарки. В эту акцию включились буквально все районы области. И мы даже не ожидали, что настолько много будет вот детей неравнодушных, готовых оказать вот эту вот первую помощь. Такую радость для новогодних праздников, для детей, которые находятся в больнице. А что касается вообще проектов, да, детских, таких проектов огромное множество. Просто как-то эта тема, она не всегда, скажем так, может быть широко разрекламирована. А как, да? Что можно посоветовать вот нашему телезрителю и остальным, кто хотел бы действительно своих детей не просто привести на утренник, а подключить как-то к интересным таким, назовем, добрым делам? Да, в основном, конечно, я, как уже немножко сегодня говорила о том, что самый простой вариант – это если ваш ребенок обучается в учреждении образования. Потому что там проходит огромное количество вот этих вот проектов, волонтерских акций и мероприятий. И это не только в рамках Нового года, это и в течение учебного года, это и помощь престарелым людям. Ведь на Новый год нельзя забывать и вот эту категорию людей. Никогда нельзя забывать. Да, те, которые находятся в больницах сестринского ухода, да, в домах престарелых. И вот, допустим, дети Гомельского детского дома как раз-таки очень активно в рамках волонтерского отряда «Доброе сердце» сотрудничают вот с детским с домом престарелых Гомельского района, куда они приезжают, организуют небольшие концерты для них, обмениваются письмами, вот о чем говорила сегодня Юлия, вступают в такую переписку. И вот, безусловно, одинокое сердце ребенка в чем-то, да, в детском доме, и одинокое сердце престарелого, скажем так, дедушки или бабушки, они находят друг друга и помогают биться в унисон. Спасибо. Я вот хотела бы, Ольга, спросить, как вообще живет сегодня цирк? Мы понимаем, что да, все идет подготовка к Новому году. Да. Елка, костюмы, детвора, подарки. Ну, а вам вообще вот эта атмосфера, она напоминает собственное детство? Ну, конечно. После того, как я пришла уже работать в цирк, это стало моей жизнью. Я уже, наверное, забыла какие-то моменты из детства, которые были связаны у меня с цирком. То есть, потому что сейчас уже во взрослом возрасте цирк, 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 и все, каждый день на работу с радостью. Я заряжаюсь позитивом от таких вот людей, конечно же. Клоуны, артисты, они замечательные люди, веселые очень. И детки, и родители, которые приходят к нам в цирк, их улыбки, радость. Я вот хочу спросить, Андрей Николаевич, почему не пришли сегодня в костюме цирк, в костюме клоуна? Это же ваше... Я ж не могу ходить сегодня в костюме клоуна. Если бы я был военный, я ходил бы с ружьем и стрелял бы, что всегда. Я военный, да? То есть вы хотите просто показать нашим зрителям принципиально, что... Да, на манеже, тем более на манеже они меняют, типа же. Если вы придете в цирк, вы меня не узнаете, я уверен. Может быть, только по манере, по энергии. А так я меняю типажи, мне нравится. Артист, я там артист. Здесь я могу рассказать о том, где я работаю, что это наркотик, что попадая в цирк, вот все попадают в цирк, уйти невозможно из цирка. И это становится всей жизнью. Да. И дети, которые рождены в опилках, они, как правило, не уходят. А, к сожалению, остаются, не знаю, на сложности, которые сейчас с переменом, так сказать, всей этой жизни пришли в цирк, как ко всем. Все равно остаются в цирке и работают, и днем и ночью репетируют. Вы знаете, к вам присоединяются наши телезрители. Алина сообщает, что она обожает цирк. Несмотря на возраст, старается посетить каждую новую программу. Руслан поздравляет цирк с днем рождения. Спасибо, мы об этом большое. Еще поговорим. Да, желает смешных клоунов и смелых дрессировщиков. А Наталья задает вопрос. С какого возраста начинать водить в цирк малышей? Я думаю, не раньше, может быть. Зависит от ребенка. Но я думаю, с 5 лет.
тогда точно не испугаются. Не раньше. Не, бывают дети, знаете, бывает и в 3 года он читает так, и образован так, и такая интуиция, что взрослый позавидует. Но это зависит от ребенка. Но, как правило, мне кажется, что вот как-то, чтобы он понимал, чтобы не испугался музыки, чтобы не испугался всего. Знаете, к нам приносят таких малышей на ручках, да. И я просто наблюдаю, и садятся на первые ряды, очень нравится. Не пугается, не это все бывает. От ребенка некоторые бывают боятся, вот дети, это зависит, видно, от детей самих, это, да, так, это все индивидуально очень. Но приучать, я считаю, что нужно приучать к цирку, потому что это такое доброе искусство. Где спасибо. Тем более под Новый год. Дорогие друзья, вот эти благотворительные елки, особые мероприятия под Новый год, каждое учреждение старается оригинально как-то поздравить наших детей. Кстати, Гомельское областное объединение профсоюзов здесь не исключение. Очень любопытно, вот что же приготовили организаторы профсоюзной елки в этом году, мы узнаем прямо сейчас. Мне подсказывают, что у нас на связи заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Григорьевна Гатальская. Жанна Григорьевна, добрый вечер. Вот эти аплодисменты для вас. Алло, вы здесь? Жанна Григорьевна? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Наталья, и все уважаемые гости. Скажите. Профсоюзы Гомельской области, безусловно, это их традиционный праздник, когда каждая первичная профсоюзная организация для членов профсоюза, для детей – они поздравляют своих деток. Выбирают совершенно разные формы. Кто-то проводит интерактивные игры, кто-то квесты. Многие уже приобрели билеты и в цирки, в театры, во дворцы культуры на новогоднее представление, на агроусадьбы, на самую главную елку страны. Конечно же, везде сохранен важный атрибут праздника. Это елка, сказка, сладкие новогодние подарки. И, конечно, обязательно встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Наши областные отраслевые комитеты очень много шествуют над многими интернатскими учреждениями. И уже 14 октября этого года стартовала наша акция «Профсоюзы детям». И вот в рамках этой акции впервые Гомельское областное объединение профсоюзов будет организовывать 20 декабря на базе областного драматического театра «Две елки». Они абсолютно благотворительные. Первая елка состоится для социально незащищенной категории людей. Это из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, именно членов профсоюзов. Так. А вторая в 14 часов – это для интернатских учреждений. И порядка 14 учреждений из различных регионов Гомельской области станут участниками этой елки. Конечно, бы хотелось всех охватить теплом, заботой, и буквально все пригласить регионы, и всех детей, и все гости, которые сегодня присутствуют в студии. И очень многие организации в преддверии новогодних праздников творят благое дело. Вы знаете, добра много не бывает, поэтому смотрю вашу передачу и приветствую это. И каждому хочется сказать спасибо и благотворителю, и учреждениям образования. Мы с ними тоже очень огромное спасибо. Мы вот в тесном тандеме сработали по поводу интернатской елки. Ну, всех секретов раскрывать не буду. Организаторы обещают интересных очень много новшеств. Мы хотим сделать и вплыв, шмоб со снежками, с логотипом нашей организации. Ну, раскрывать не буду секрет. А у кого есть билеты на эту елку, я думаю, что это будет запоминающее. Ну и всех спасибо. С наступающим Новым годом. Спасибо. Жанна Григорьевна, спасибо. Примите поздравления от нашей программы. Спасибо большое, дорогие друзья. Вот в этот добрый вечер с нами делилась планами, да, новогодними Жанна Григорьевна Гатальская, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов. Ну что ж, а сейчас самое время проговорить про самую главную елку в области. Расскажите нам, где она будет, что это будет, чем будет удивлять в этом году и каких важных гостей там увидят наши дети. Традиционно областная елка проходит на базе Гомельского государственного цирка. Для детей будет подготовлено интересное представление цирковое. Ну и кроме того, ежегодно, и в этом году не исключение, до начала циркового представления силами учащихся учреждений образования области готовится такое мини-интересное новогоднее представление, где они тоже делятся своими интересными наработками, интересными
своими подходами к Новому году, показывать, чего они достигли. В холлах цирка мы, как всегда, и в этом году в том числе, выставляем интересные выставки, фотозоны, проводим игры для детей, для того, чтобы у всех детей, которые приедут на областную елку, было хорошее, замечательное новогоднее настроение. Ну и я тоже бы не хотела все-таки выдавать все секреты. Скажу лишь о том, что в рамках областного новогоднего праздника всегда определенная категория детей награждается председателем Гомельского облсполкома за итоги года. Да, детей. Ну, это, в принципе, можно сказать, и не секрет в этом году, потому что год у нас подходит к концу, год науки. И те дети, те ребята, которые смогли в этот год достигнуть больших вершин и в учебе, и в творческой деятельности, и в общественной жизни, и в благотворительности, вот таких детей и будут чествовать. Спасибо. Хотелось бы отметить, что в эти вот праздничные дни новогодние благотворительные елки происходят действительно во многих учреждениях. Вот хотел бы спросить про благотворительные программы, которые будут в вашем цирке. Многие ли смогут на них попасть? Целевые благотворительные акции мы не проводим, однако каждую программу мы стараемся найти возможность, чтобы пригласить порядка 200-300 человек, деток, сирот, оставшихся без попечения родителей. То есть, такое мы делаем. Но целевые, к сожалению, нет. Приближаются зимние каникулы. Что на зимние каникулы приготовить для наших детей? Зимние каникулы у нас программа «Дед Мороз и Львы Африки». Вот как раз художественный руководитель этой программы. Расскажи. Я прям теряюсь. Осталось еще мелочь. И директор цирка. И директор, и художник, и клоун. И клоун, акробат, и гимнаст, и джигит. Я один работаю в цирке, приходите. Хотелось бы все-таки отметить, что этот вот уходящий год, он очень особенный для нашего гомельского цирка. Во-первых, это не просто место, да, это не просто купол. Это особая атмосфера, на которой выросли не одно поколение. Я цирк обожала и обожаю до сих пор. И в этом году цирк отметил 45-летие. Да. Вот мне просто интересно, такой короткий вопрос. Я не буду спрашивать, как это праздновалось, какие планы, с чем пришли, да, к этой дате. Мне просто интересно, изменился ли зритель за эти 45 лет. Вопрос, наверное, даже скорее. У вас нет. К вам. Но ваш зритель, я как клоун скажу, зритель Гомеля отличается от зрителей Минска, даже так. Он более эмоциональный, он легче воспринимает, чем, скажем, в Минске. В Минске то ли Эстония ближе, то ли что, не знаю. Вот это первое. Второе, между прочим, в вашем цирке был директор Макаров такой. Он был лучший директор союзгосцирков при советской власти. Вот лучший из всех директоров советского цирка, он считался лучшим. И цирк у вас был лучший, поэтому он, видно, то ли выбил, то ли что. Поэтому и гостиница у вас самая лучшая именно в Гомеле. И отношение к цирку и за кулисами, а это отражается и на артистов, и на зрителей. Бывает даже в Минске неполные залы, здесь, как правило, всегда аншлаги. Потому что это уже такой вот цирковой город, это приятно. И поэтому все артисты со всего мира, я так думаю, по крайней мере, со всего СНГ точно, с удовольствием приезжают, и прям Гомель, это да, в Гомель, в Гомель, в Гомель, в Гомель. Потому что наш успех – это ваши аплодисменты. Кто ж с этим поспорит? Хотелось бы напомнить, дорогие друзья, что сегодня мы готовимся к Новому году. Я бы даже сказала, готовимся поздравлять наших детей. Выдумываем самые разные варианты, как это сделать. Хотя на самом деле их много традиционных, нетрадиционных. Я даже боюсь посмотреть в ту сторону. Я просто этот момент отодвигаю. Юля, что там происходит? Скажите, пожалуйста. Давайте подойдем. В принципе, можно было сделать проще. Сразу налить много карамели, шоколада и туда побросать. Я бы хотела, чтобы мы показали сейчас нашим зрителям, что здесь происходит. Давайте подойдем, посмотрим. Юля, расскажите вы. Мы сделали елку. А дети ее украсили. Вы знаете, вы прокомментируйте. Конечно, для каждой мамы это будет самое красивое. Спасибо, большое спасибо. Можно я свою лепту внесу? Можно украсить? Да. Спасибо. А я бы хотела, спросить о чем? А кто это будет есть?
Ну так вперед, под бурные аплодисменты! Мы же хотим посмотреть, вкусно это или нет. Ну, пока Игорь пробует свои собственные пирожки, я бы хотела зачитать несколько сообщений в Вайбере. Семья Вальченко сообщает, что под Новый год они всей семьей. А что ты отстаешь вперед? Поддержим, да, для аппетита. Итак, семья Вальченко сообщает, что под Новый год всей семьей они пекут имбирные печенье, пирожки с капустой и развозят по детским домам. Интересный пример. А вот Николай сообщает, что делают новогодние открытки и бросают в почтовые ящики. Ух ты! Я и думаю, откуда в моих почтовых ящиках открытки? Катерина говорит, что у нее совершенно нет времени поставить дома елку, но подарки детям святое, это она купила уже. Я так понимаю, что елка в вашем доме еще только вот эта, которая сегодня приготовленная. А подарки есть уже от Деда Мороза? Вы... Ну, конечно же, Дедушка Мороз готовится. То есть письма написали. Письма написаны, так. Да. То есть это мы за хлопотами благотворительными вы не забываете, да, что дома собственные дети, которые тоже ждут Новый год, то есть это всегда есть в вашей семье. В обязательном порядке. И традиции с некоторых пор стала вначале поздравлять мам старших по поколению, а потом уже свою. То есть как-то мы так пытаемся приучить детей, когда дети вначале поздравили бабушек, потом поздравили родителей, это уже не обязательно. Мне кажется, тоже важно. Юля, вы знаете, я хочу задать вопрос вашему сыну. Поддержите меня, пожалуйста. Уважаемые зрители, Игорь приготовил печенье. Это было рождественское печенье, это был Игорь. Игорь, скажи, тебе нравится? Вкусно? То есть, наверное, переборщил, я так понимаю, шоколадом, но, по крайней мере, повеселил нас всех. Скажи, солнце мое, тебе вкусно? Очень. Ну вот, молодец. А скажи мне, звезда моя, ты любишь театр кукол? Ну, конечно. Я еще люблю свою семью. Моего брата, мою маму, папу и себя. Ты можешь поздравить всех телезрителей с наступающим Новым годом. Вот туда смотри. С Новым годом. Ура. Дорогие друзья, мне бы хотелось, вы знаете, задать вот вопрос такой общий для вас всех. Вот как вы считаете, что можно пожелать нашим зрителям, особенно родителям, в эти предновогодние дни? Все, что сами желают себе, пускай все исполнится, все самое доброе, самое искреннее. Чтобы были здоровы дети, чтобы были здоровы родители, чтобы было счастье в доме, чтобы жили дружно. Спасибо большое, Ольга. Конечно же, веселье, радости, и пусть сбываются мечты. Спасибо. Я не зря задаю этот вопрос в конце программы. Дело в том, что вот Ульяна Семеновна прислала очень интересное сообщение в Вайбере. К сожалению, в наше время дети в семьях иногда более одиноки, чем дети в детских домах. Родители слишком заняты сегодня, а страдают наши детки. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, что бы мы, вот, Ирина Юрьевна, посоветовали родителям в эти предновогодние дни, особенно очень занятым? Вот я абсолютно солидарна в этом плане с Ульяной Семеновной, нашей телезрительницей, потому что вот это как раз ей хотелось мне пожелать. Чтобы наши уважаемые родители находили как можно больше времени, чтобы побыть рядом со своими детьми. Особенно, чтобы они находили это в период вот этих замечательных, волшебных новогодних праздников, когда каждый ребенок ищет и ждет чуда. Будьте рядом с ними, любите их, и они обязательно ответят вам взаимностью. Спасибо большое. Юль, ну, конечно же, мы не можем, чтобы вы не сделали подобное пожелание сегодня нашим телезрителям, не можем вас отпустить без этого пожелания, потому что вы действительно представитель очень счастливой такой, я бы сказала, такая счастливая семья сегодня у нас в гостях. До сих пор не могу с болью смотреть на вашего повара, да. Что бы вы пожелали родителям в эти предпраздничные дни? Ну, еще раз. Чтобы на работе не задерживались. А я бы пожелала моей маме и папе, чтобы они там хорошо учились, чтобы они там хорошо все делали. Ну, она разошлась. Чтобы они всегда вспоминали про нашу семью.
Какое интересное сообщение. А, наверное, завершу очень важным пожеланием. Конечно, всем здоровья, всем радости, настроения. Но самое главное, желаю, чтобы каким-то чудом даже самые одинокие люди в этот Новый год оказались вдруг в самой приятной компании, когда это становится внезапно интересно. Поэтому всем счастья, радости. Не закрывайтесь ни в коем случае. Дорогие друзья, ни в коем случае не закрывайтесь и не переключайтесь. Потому что вот когда речь идет о хорошей компании, это то, что еще ждет вас сегодня на телеканале «Беларусь-4». Дорогие друзья, вот как организовать Новый год детям, чтобы он запомнился надолго? Есть, на самом деле, еще один беспроигрышный вариант – это куклы. И сейчас вы в этом убедитесь сами. Смотрите. Сегодня у нас в гостях, конечно же, не в полном своем составе. Я бы хотела представить: Алина Короткевич, принцесса, да, Ольга Бибикова, ну тут все, да, видно, и Андрей Вершинин. Я так понимаю, что если кто-то, да, кто-то хочет снять маски, то кто-то, наоборот, ни в коем случае их снимать сегодня не собирается, да? Расскажите, как готов кукольный театр кукол к новогодним праздникам? Театр кукол готовится уже полным ходом. Точнее, уже все давно-давно готово. Мы подготовили прекрасный спектакль «Храбрый партняшка». У нас будет шикарное представление вокруг новогодней елки, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. И еще много других сюрпризов. Но поделитесь с нами, пожалуйста, секретами вот этого новогоднего волшебства. Как вы умеете создавать это под Новый год? Раскройте секрет. Достаточно только ребенку показать, что сказка, она может быть и в жизни. И мы позволяем этим детям прикоснуться к сказке. Вы мне показывали до эфира какой-то жест. Вот. Вы так можете повторить? Ну-ка. Отлично. Вот уже есть настроение. Скажите, пожалуйста, почему так важно, на ваш взгляд, готовиться к этому празднику? Потому что это то, чего ждут абсолютно все дети. Я уже не говорю про взрослых. Вы знаете, у вас есть сегодня возможность поздравить наших телезрителей с наступающим Новым годом, потому что, поверьте, такой образ еще никогда их не поздравлял на «Беларусь-4». Ха-ха! Я бы хотел сказать, чтобы все дети оставались ими на всю жизнь. Вы знаете, дорогие друзья, я уже хотела заканчивать нашу сегодняшнюю программу, но мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос от наших телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела бы поздравить наш любимый гомельский цирк с днем рождения. Это мое детство, это новогодние елки в цирке. Самые незабываемые впечатления на всю жизнь. Поэтому новых представлений желаю, благодарных зрителей и всех поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо. Дорогие друзья, до Нового года осталось 2 недели. Вот такое самое ответственная пора. Все-таки близится время вот этих новогодних утренников. Пишутся письма Деду Морозу, загадываются самые сокровенные желания. Давайте поможем нашим детям сделать этот Новый год действительно настоящим и волшебным. Это была еще одна программа «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынец. До новых встреч в прямом эфире.